пока поздороваюсь. Ждем людей, пока присоединятся. Пока мы будем тут стоять, ждать людей. Потом я вам покажу, где я жила. Пока 0 человек, не знаю, видно меня. О, 6 человек. Приветствую всех. Напишите, давайте проверим связь, как меня видно, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно и слышно, и напишите, из какого вы города. Задержка будет где-то секунд 10. Жду от вас обратной связи и буду рассказывать. Меня зовут Ирина Агапова-Макелова. Я зарабатываю в интернете с 2013 года. Поставьте плюсики, потому что я не знаю, видно меня, потому что интернет мобильный, и, возможно, будет изображение расплывчатое, возможно, будет меня плохо слышно. Жду от вас обратной связи. Вижу, что меня смотрит сейчас человек. Друзья, как меня видно и слышно? Обратной связи. Здрасте. Друзья. О, спасибо, Дмитрий. Такая задержка сумасшедшая. Да, секунд 15. Слышно. Хорошо. Для тех, кто только что присоединился, представлюсь. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. Я стала миллионером за 11 месяцев. Получила свой первый миллион. И достаточно хорошо разбогатела. У меня несколько недвижимостей. Вчера у меня было грандиозное событие. Я купила еще одну квартиру города. Ждите видео, пока я думаю, как сделать ролик, чтобы он был такой грандиозный, как взрыв мозга. Мой первый ролик, который очень хорошо потел, пока еще не готов. Я пришла сюда показать вам, что так было не всегда. Я приехала из Москвы сюда, в поселок, который находится в 20 километрах от Ростова, и пришла вам показать, с чего я начинала. Начинала я, значит, снимала 18 лет в Москве комнату, потом дом, и первое мое жилье — это вот общежитие. Видите окна? На третьем этаже окна, вот угловая квартира, 29 квадратных метров общая площадь. Вот как выглядит дом, в котором я жила. Внутрь меня, наверное, не пустят, потому что там домофон поставили, кода я не знаю. И я жила вот так. Сидят там те же бабушки. Пойдемте покажу вам с другой стороны дом. Честно говоря, ностальгии у меня по нему нет. Вот он как выглядит, с такими потеками. Расскажу, как я добилась больших высот. Ну, очень много возможностей есть в интернете. И первый мой проект, который попался в 2013 году, называется Whole World. Сейчас он называется так, миром. Что впереди? Whole World в переводе называется «Всем миром». Раньше он назывался Goldline International, и Goldline никуда не делся, просто его переименовали. Вот тут все в деревьях. Достаточно страшный внутри, и у меня есть ролик, где он внутри. Я ходила туда зимой в прошлом году, и на моем YouTube-канале, YouTube мой закреплен в шапке профиля, написано, в каком доме я жила. Это, конечно, страшно, потому что валялись постоянно презервативы использованные, бутылки из-под пива. Даже я открывала дверь, я жила среди алкашей. Вот моя угловая квартира была, здесь алкашка жила, здесь алкашка жила, здесь алкашка. Короче, вокруг меня были одни алкаши, шприцы, да, Руслан тоже. И ходить в школу, а в тамбуре у меня алкашка лежит. Я даже дверь не могла открыть, потому что она пьяная. Потом она в итоге умерла. Я занималась тогда
парикмахерской деятельностью, стригла людей. Ко мне вот эти бабушки, которых я показывала, они сейчас презентация у меня, то есть презентация в моей записи в репе стоит. Что это работает, и это правда. Мой бывший муж, на сегодняшний день он бывший муж, меня тогда не поддержал, сказал, что у вас нет продукта, что все это накроется, что все это лохотрон и так далее. И мне все равно хотелось заниматься этой деятельностью, помогать деткам, и причем получать в свой адрес финансовые вознаграждения. И когда я получила свои первые $10, у меня загорелись глаза, я не могла уснуть всю ночь, потому что я их смогла вывести на карту, и я поняла, что все это работает, что в интернете можно зарабатывать деньги. У меня появился такой азарт, прям голова пошла кругом. Я начинала вот в этих всех подъездах расклеивать объявления. Я приехала сюда в 2010 году из Москвы. Так получилось, что мы покинули Москву. У меня муж бывший не захотел оставаться жить в Москве. Мы купили здесь эту общагу. Не комната, а малосемейка. И вот на этих подъездах, вот везде-везде я ходила. Сначала клеила парикмахерские услуги, а потом я стала клеить свою ссылочку, писать, что работа в интернете, давать в Авито. Притормаживает, да? Ну, сейчас я уйду вот сюда. Здрасте. Может быть, здесь будет лучше слышно и видно. Поставьте, если видно, слышно, хорошо. Тут мусорные. И стало объявление, под меня зарегистрирован человек. Я получила еще 10. Потом я давала классную газету. Вообще не умела работать в интернете. Абсолютно полным чаянием. Потом у меня было всего несколько страничек в Одноклассниках. ВК я вообще не знала, Facebook, тем более YouTube, и чтобы снимать видео я вообще не знала. И понятия не имела, как там работать. Да, мне помогал вышестоящий спонсор. Потом я поняла, как работать в интернете. Ни роботов не было, не знала. И просто ссылочку и видеопрезентацию. И года я полетела в Турцию. Это первый раз, когда я с дочкой полетела за границу. Потому что мы раньше работали только в Краснодарском крае. В 2015 году купила двухкомнатную квартиру и прожила в ней ровно год. Потом через год я купила трехкомнатную квартиру, сделала в ней ремонт. И у меня на канале есть даже такой плейлист, называется «Квартирный вопрос». Когда я делала там ремонт и снимала каждый день, как мне стены выравнивали, как мне полы выравнивали. Тормозит, да? А? Интернета у нас нет, друзья. 22 человека смотрят, а интернета нет. Плохо! Не видно, не слышно, да? А люди все присоединяются и присоединяются. Будем, буду что-нибудь рассказывать. В общем, живу я сейчас со своим мужем и детьми в трехкомнатной квартире. И слышно, видно, но тормозит. О, ну, хорошо, что слышно. И вчера я купила еще одну квартиру в городе Азове, в центре города, и сдала ее. Теперь у меня есть резидуальный доход, о чем я мечтала, потому что я сама жила 18 лет на съемном жилье. И я сейчас занимаюсь двумя проектами. Нормально пишут меня, стало видно и слышно. И двумя проектами. Один проект – это... Да, про $10 расскажу сейчас, Василий. Один проект — это «Всем миром», второй проект — это GMMG, в котором я 3 месяца. Во «Всем миром» я с 2013 года. Да, Василий, все-таки про $10. Получила я свои $10, заказала я тогда карточку Visa.
Я раньше была маэстро, на нее нельзя было из интернета вывести деньги, оплачивать нельзя было ничего. И с меня еще сняли за обслуживание карты 600 рублей. Я думала, ой, как дорого, и все это из-за проекта. Потом структура моя начала расти, и даже остались со мной те люди, которые ко мне пришли в 2014 году, глухонемые есть у меня в команде, которые стали миллионерами. Есть у меня в 2015 ко мне пришла Елена Стрелец, которая до сих пор работает со мной уже 3 года в проекте. Она тоже стала миллионером. Вообще в моей команде уже 8 миллионеров. Очень многие построили коттеджи, сделали там ремонт. Елена Стрелец также ведет свой канал. Вы можете зайти к ней на канал. Часто делюсь ее видео. Самый мой активный реферал, который тоже делает меня долларовым миллионером. Я пока что еще рублевый. Но это еще в планах и в мечтах. И 29 человек нас смотрит. Спасибо за ваши лайки. Структура моя продолжает расти. И люди бегают по проектам и теряют время. Мне пишут люди, которые общались со мной в 2015 году, в 2016 году. Они все ждали, пока проект всем миром закроется. Но проект не закрывается. Продолжает набирать свои обороты, все лучше и лучше. Кабинет переделали, был вообще черного цвета у нас кабинет в 2013 году, потом там включили свет, его переименовали, появилось много баннеров, презентацию перевели на 9 языков, даже на китайский, на грузинский, на немецкий и так далее. Сейчас до 31 августа у нас действует акция кэшбэк, это вам вернутся эти 100 долларов в виде 20 пин-кодов номиналом 5 долларов. Вы их сможете продавать и получать за это деньги. Например, я свои пин-коды продаю по 200 рублей. Раиль пишет, какая компания. Эта компания всем миром называется Whole World. Работает проект с 2011 года легально, официально. В 160 странах мира. На данный момент зарегистрировано участников, по-моему, если я не ошибаюсь, 980 тысяч человек. Работая в моей команде, вы себе ни в чем не отказывать. Конечно, придется, согласитесь, работать с лидерами. Вы можете зайти на главную сайта и из 100 тысяч оплаченных, которые в проекте. Надежда, Раиль, как называется компания? Всем миром. Люди присоединяются, задают вопросы. Всем миром. Whole World. Презентация в закрепленной записи у меня, кому интересно. Так, вопросы ваши пишите, но они меня чуть-чуть сбивают. Так, про акции. Вот можете зайти на главную сайт, посмотреть десятку лидеров прошлого месяца, предыдущих месяцев. И из всех вот этих вот людей, почти из миллиона, я стою в первой тройке ежемесячно. Будет написано Ирина Агапова. Я на данный момент занимаю 2-е место. У меня в прошлом месяце было 14 лично приглашенных. И за это тоже дают призы, когда попадаешь в первую десятку. Ну и денежные призы, и бизнес-автомат дают. Пахнет каким-то маркетингом. Ну, конечно, в сетевом бизнесе, в любом, есть маркетинг. Маркетинг у нас линейный, 7 уровней. Расскажу вам про маркетинг. 30 человек нас смотрит. Спасибо за ваши лайки. Видимо, меня хорошо видно и слышно. Вход в проект составляет 105 долларов. И не удивляйтесь, это немного по сравнению с тем, что он вам может дать. 105 долларов в год. Он вам может дать квартиру. У меня несколько недвижимостей. Он может дать машину. Он может дать вам как минимум 3 раза в год путешествовать. Моему сыну 4 месяца мы гуляем с коляской. Смотрите. Мы уже были в июне месяце на море с 2-месячным ребенком. А так вы можете зайти на мой канал. Плейлист у меня есть с путешествиями. Мы путешествуем как минимум 3 раза за лето. Летаем в разные страны. Здравствуйте, Ирина. Сколько надо пригласить человек, чтобы начать
начать. 105 долларов надо. Какая компания, Владимир пишет. Компания всем миром. 40 человек, 42 человека. Пишите, из какого вы города. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Расскажу немножко о маркетинге. На активацию вам нужно 5 долларов в год. Это ваш личный офис. И либо вы можете активироваться пин-кодом, который можно купить у меня. Пин-код можно купить за 200 рублей. Осталось у меня где-то около 8 пин-кодов, которые вы можете приобрести. До 31 августа, кто зарегистрируется и окажет финансовую помощь 100 долларов, у вас будет также 20 пин-кодов по 5 долларов, которые вы сможете продавать. Дальше, если вы не умеете приглашать, а приглашать никого не надо, вы будете дуплицировать мои действия. Много материалов дам вам бесплатно, много материалов дам платно. То есть, если вы их купите, моя методика называется «Приглашай, не приглашай». Вы даже можете в Гугле вбить «Приглашай, не приглашай», и вам высветятся мои видео. Мы никого не зовем, мы никого не упрашиваем. Люди идут к нам сами. Так, переходим дорогу. Недавно зашел на 1000 долларов. Но это, наверное, может, инвестиции какие-нибудь. Что делать? Ирина, я это знаю, все держится на рефералах. Салам. Привет, привет, кто присоединился только что. Продукт какой? Нет продукта. У нас благотворительный фонд помощи детям всем миром. Вы оказываете финансовую помощь 100 долларов, и 50 долларов идут в фонд помощи детям. Вот рассказываю о маркетинге. 10 долларов получает ваш непосредственный информационный спонсор. То есть вы зашли под меня, я получила от вас 10 долларов, снеуровневый маркетинг, со второго по шестой уровень ваши, то есть тот, кто у вас в сертификате, получает по 6, по 5 долларов, и кто на седьмой строке, получает 15 долларов. Руслан, если вы сейчас свои сообщение про машину не удалите, я вас занесу в бан и больше не разблокирую. И на мою трансляцию вы никогда не попадете. Какой процент товарооборота идет детям? 50% со 100 долларов. То есть 50 долларов. Хорош врать людям. Руслан, скажите, чтобы не просто вы врехали и трепали языком, а в чем заключается моя ложь? Кто говорил, что мы пирамида, что мы лохотрон, вы сразу говорите, кто здесь кого обманывает. Я вам перечислила 1 рубль на Kiwi кошелек, допустим, либо на Advanced Cash, либо на карту Сбербанка, и вы этот рубль получили. Получается, если вы рубль получили, значит, я вас не обманула. То же самое здесь. Ни один закон мира не может запретить людям отправлять деньги туда, куда они хотят. Виктор спрашивает, без вложений никак. Без вложений вы можете кликать мышкой где-нибудь на буксе по 5 копеек, по 10 копеек, выполнять какие-то задания. Может, за месяц заработаете свои 100 рублей, если будете пахать по 18 часов. Ты что, по 159 работаешь? Мы ничего не нарушаем, налоги мы не платим, у нас налоги платит компания, как зарегистрирована она в Санкт-Петербурге, как общество с ограниченной ответственностью всем миром. А мы фандрайзеры, налоги не платим, потому что это деньги дарения, а законом, по закону деньги дарения налогом не облагаются. Поэтому, если бы у нас было что-то не так, то компанию бы давно закрыли, правильно? Компания работает с 2011 года. Я работаю в компании с 2013 года, и я о проекте знаю все. Задайте мне любой вопрос, я на ваше возражение все разрулю. Привет, Богдан. В чем тогда заработок? Вы приглашаете людей. Люди так же, как и вы, оказывают финансовую помощь 100 долларов. Вы получаете 10 долларов. Вы пригласили Таню. Таня получила финансовую помощь 100 долларов, вы получили 10 долларов. Таня пригласила Паню. Помощь 100 долларов, вы получили 5 долларов. Получила 10 долларов. Линейный маркетинг. 50% благотворительности – это нормально. Здесь вы ничем не рискуете. Не пригласил, ничего не получил.
домогаюсь, спасибо, Дан. Классная, да. Сама себя люблю и сама себе нравлюсь. Так, друзья, если у вас есть какие-то вопросы по проекту, можете задавать. А если нет, то тогда будем общаться. Реально, без экономики. Не понимаю вас, без какой экономики. Если вы будете дуплицировать мои действия, вы не будете нуждаться в деньгах. Это я вам обещаю. Если вы будете лениться, то вы будете, извините, торчать в заднице. Если вас все устраивает и вы не согласны идти дальше, можете покинуть трансляцию. Если вы хотите реально богатеть в сетевом бизнесе и получать пассивный доход, добро пожаловать к нам. Ссылка у меня в закрепленной записи. Для тех, кто не верит, что я стала миллионером, у меня есть YouTube-канал, который закреплен в шапке профиля. Вы можете на него пройти по этой ссылочке, посмотреть все мои видео, начиная с 2013 года. Я жила в том общежитии, я вам в начале трансляции показывала. Кто не попал на начало трансляции, эта трансляция у меня будет в видеозаписях, посмотрите с самого начала. То трансляция идет уже достаточно, 22 минуты идет, уже темнеет на улице. Как в лотерее, 50 идет на выигрыши. Ну, у нас, знаете, не лотерея. В общем, так, 8 годов у меня осталось, 51 человек. Спасибо за лайки. И добро пожаловать. Надо строить сети, как сказал Роберт Киосаки. Бедные ищут работу, а богатые строят сети. И эту фразу я поняла только, когда мне исполнилось 37 лет. Про задницу ты загрубила. Ну, извините, я человек прямой. И как я вижу, так я и говорю. Но если человек зарабатывает 1015 и отдает на коммунальные услуги, на лекарства, и ему даже не на что сделать ремонт, и не может он полететь в ту страну, в какую он хочет, действительно человек в заднице. Но мы русские люди, мы и говорим прямым текстом. Как купить у вас? У меня ничего покупать не надо. А, пин-код могу только продать вам. В личку пишите, на карту Сбербанка могу принять, на Киви кошелек, на Advance Cash и так далее. Забыла сказать, что переводы поступают прямо на кошелек, не надо заказывать никакой вывод. Привяжите, если Advance Cash, пригласили человека, получили 10 долларов сразу на кошелек. Можно сразу их выводить на карту или куда угодно и тратить. У меня есть карта Сбербанка, у меня есть карта Б, у меня есть карта Киви кошелька. Я иду и в магазинах расплачиваюсь. Все, будем заканчивать. Хамить не надо. Кого не знаю. Ну, извините, если кого обидела. Веди в курс дела, только зашел. Женя, я уже заканчиваю. Посмотришь все с самого начала. Запись будет, оставлю я на своей стене. А для тех, кто смотрит мою трансляцию, ссылка в закрепленной. Кодов для первых человек есть. Помните, что кэшбэк акция до 31 августа, а тут осталось 6 дней. Так что всем пока-пока, до скорых встреч.